На вопросе энергии стоит заострять внимание, потому что энергетика — это основа цивилизации. И когда администрация Байдена намеренно делает нашу энергосистему менее надежной, это повод встревожиться. Когда они наносят ущерб нашим вооруженным силам, делая их неспособными воевать, это уже повод для паники. Wall Street Journal сообщает, что, по словам официальных лиц Пентагона, у США заканчиваются боеприпасы. Куда же они все делись? Но их отправили коррумпированным олигархам на Украину. Так, например, 155-миллиметровых снарядов, используемых гаубицами, сейчас, цитирую, «неестественно мало в американском боезапасе». Именно так сказал представитель Пентагона изданию. «Мы передали более 800 тысяч таких снарядов украинскому правительству с начала года». Куда они все подевались, мы не знаем, потому что не отслеживаем их. Разумеется, большая их часть была продана, и это приведет к дестабилизации в других странах. Так или иначе, по словам этого представителя, у нас недостаточно средств, чтобы американские войска чувствовали себя уверенно, вступая в бой. Представитель Пентагона сообщил Wall Street Journal, что это создает угрозу боеспособности армии. Случайно ли это? Мне так не кажется.